Здравствуйте, меня зовут Анна, и сегодня я расскажу вам о корейской компании VFLET. VFLET расшифровывается как Water Intelligent Platform, и она была создана для преодоления глобального дефицита водоснабжения и реализации интеллектуальной платформы для управления водными ресурсами. Наша компания использует только современные технологии управления утечками воды, такие как мобильный интернет вещей или IoT, искусственный интеллект AI, облачные технологии для обнаружения утечек воды из любой точки мира, даже не специалистами, если у них есть мобильный телефон. Компания разработала интеллектуальную систему управления утечками воды, которая может анализировать и управлять утечками и данными из любой точки мира. Представляем NELO, что расшифровывается как Never Lose Water, никогда не теряйте воду, интеллектуальный метод управления утечками, который сокращает затраты и время более чем на 50% и позволяет даже не специалистам управлять утечками из любой точки мира. Интеллектуальная система управления утечками воды – это то, что я сегодня хочу рассказать. Но для сначала, как вступление, хочу вам немножко рассказать больше информации. То есть ежегодно в мире теряется около 40 миллионов долларов США, а более 100 миллионов тонн воды в сутки уходят в землю без всякого использования. Однако даже сегодня устранение утечек – это реальность, когда специалисты напрямую посещают объекты водоснабжения в зоне управления и используют дорогостоящие устройства, чтобы прислушиваться к звуку и находить место утечки. Многие развивающиеся страны сталкиваются со значительными проблемами в борьбе с утечками из-за высокой стоимости найма экспертов, дорогостоящего оборудования и времени, необходимому большинству экспертов для посещения всех контролируемых точек. Однако, используя нашу современную технологию управления утечками воды с использованием мобильного интернета вещей, искусственного интеллекта и облачных технологий, даже не специалисты из любой точки мира могут расследовать утечки в областях управления и анализировать данные о них с помощью искусственного интеллекта. Наше программное обеспечение NELO доступно через мобильное приложение и интернет. То есть оно состоит из мобильного IoT-оборудования и программного обеспечения, которое синхронизируется с облачными технологиями искусственного интеллекта. То есть, если посмотреть на это устройство, здесь есть крепление для мобильного телефона. То есть сначала вы подсоединяете мобильный телефон, затем нажимаете эту кнопку на протяжении 50 секунд, происходит синхронизация, затем вы подносите устройство к месту возможной утечки воды, и все данные, то есть эта запись, она уходит в облако, где синхронизируются все данные со всех уголков мира. То есть понятно, что даже не специалист может теперь определять места утечек воды. Потому что если раньше специалисту нужно было дорогостоящее оборудование и знания, то есть нужно было самому прислушиваться к звукам, то сейчас любой человек, вот даже я, может взять это устройство и находить зоны утечек воды. И как же это будет выглядеть на экране компьютера? То есть будет карта, где зелеными зонами будут обозначены места в норме, а красными места с вероятными утечками воды. И также с этой стороны будут записи самих звуков. То есть если происходит утечка воды, будет характерный звук. Если этого нет, то этого звука, конечно же, не будет. То есть это намного облегчит работу и поиск этих зон с вероятными утечками вод. Вот. Поэтому теперь хочется рассказать, кто наши целевые потребители. Это местные органы власти и компании водоснабжения, которые хотят внедрить интеллектуальную систему управления водными объектами. Это органы местного самоуправления или специализированные компании по обнаружению утечек, которым нужна экономичная система управления самими утечками вод. Также компании по разработке решений, которые хотят продавать новейшую интеллектуальную систему управления утечками вот в качестве бизнес-единиц.
Наша компания стремится к миру, в котором все слои населения могут, могут иметь равный доступ к услугам водоснабжения, независимо от стран и регионов мира. Инновационные технологии и услуги VFLED помогут нам более эффективно использовать драгоценные и ограниченные водные ресурсы. И также наша компания стремится стать глобальной ESG-компанией, которая постоянно будет управлять ресурсами и также создавать рабочие места. И лозунг нашей компании – интеллектуальное решение для водного капитала. Поэтому еще раз напоминаю, что это устройство состоит из крепления для мобильного телефона, и все, что вам нужно, это, по сути, мобильный телефон с функцией Bluetooth, также мобильное приложение, вы подсоединяете телефон, нажимаете кнопку на протяжении 50 секунд, происходит синхронизация, затем вы подносите это устройство к месту с вероятной утечкой воды, и запись уходит в облачное хранилище. И потом на карте эти данные обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, и на карте зеленым цветом будут показаны места без риска, и зоны риска будут показаны красными. Также будут храниться все записи. Так что спасибо большое за ваше внимание, надеемся на сотрудничество.